такие штучки. Он же прораб, он же... Настя крепко сделала, крепко. Ну что, начинаем. 1 января 2024 года. Доходи, батенька. Но я пустошаю гардероб сейчас. Все убираю. Такого релакса до удовольствия. Вот надо с горячей водой надо опрыскивать. Сейчас я пульверизатор вам принесу. Санька молодец. Мусорный монстр. Кошмар. 1 января. Уродство. Все, мы приехали. Смотри, Сань, добрались. Показываем, это первый слой, обои какие здесь были, бумажные, а еще вот были какие-то, да, вот эти вот, а потом газеты еще есть вроде, может в третьем где-нибудь, вот эти вот обои тоже получается, эти раз, два, три, четыре слоя пока, вот здесь, а здесь пупырки тут обои. Обнаружили щель. А, трещина вот такая красивая, толстая, широкая. Толка идет, наверное. Такую здесь букву. Вот такая щель. Да, газета, вот есть газета. Отодрал муж штукатурку и добрался до кирпича. Вот он такой белый, стена штукатурки. Будем это все снимать до кирпича. 2 января, попытка номер 2 доехать до строительного магазина.
И что могу сказать? 2 января. Вчера эти магазины все были закрыты, а сейчас уйма людей, и все явно соскучились. Катя, осторожно, смотри, тут палки везде торчат. Так, здесь у нас как раз плитка, которую я хотела посмотреть в ванную, в туалет. Послушайте, у вас несчастные случаи на дороге были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет? Что-то происходит. Хотела показать люстру нашей квартиры. Эту люстру буду продавать. Сейчас покажу еще. Что, Сань? Как работа идет? Это так себе. Так, Дори. Какая люстра у нас на кухне? Да, у нас 2 люстры. Вот такие вот. Кривая, хрустальная, стеклянная, не знаю. С каплями. Сейчас покажу в детской. Здесь самое шикарное. Алиса, останови. Здесь самое шикарное люстра. Тоже буду продавать. Она керамическая. Красивая. Свет плохой здесь. Я взяла свой тут видеосвет. А что? Да, вот такие были. Ну, как они страшные. Все годы они были, я так думаю, что популярные. Вот эти вот тоже здесь поверх. Видишь, с цветочками. А боком можешь? Боком, чтобы от тебя не валилось. Да руками не надо. Вон, об стремянку. Чисти об стремянку немного. Да, целым пластом сейчас упало. Ох, все, оно само. Чтоб на голову тебе не упало. Да, этот... иди. Есть. Процесс. 3 января. Вы посмотрите, какой слой льда. Обалдеть. Да, вот такие холода сейчас у нас. Ночью получается 23-24, днем 19-18. Ну вот, старые окна деревянные, конечно, это все под замену. Мы пока вот в этой эпохе живем. Выглядит вход в комнату. Здесь постоянно заедает. Так, смотрим, что у нас изменилось. Так, сегодня муж будет отбивать вот эту часть. Должен отбирать. Потом плинтуса снимать будет. Потихоньку будем избавляться от верхнего слоя. Ну, в общем, как-то так. 3 января повторюсь. Хотела посмотреть, здесь окна тоже замерзли. Да, ну конечно, не замерзли. Вроде как все пока по плану идет. На бумаге. Катюхина кровать сюда в угол. Конструкция такая, что вопрос. Так, у нас приобретение. Отбивать штукатурочку. А, это специальные штуки-то на коленке. Такие штучки. Чтобы не ударилось. Чтобы не было больно коленей. Ну, это защита, да. Вот это. Можно я открою? Ну, вот это будет. Штукатурку. А производство это Китай, да? Это Китай. Сейчас вот этот вот перфоратор стоит на маркетплейсе 6 тысяч, а в Леруа
9, там 650, по-моему, да? Практически, практически к 10 тысячам, да, нормально? Мам, я тоже знаю. Какая там еще сладенькая? Ну шумно, да? Да, он сам по себе очень шумный. Две штуки. Да. А у тебя получается, ты вот только поддеваешь им, да, и она соединяется? Да, она туда расходит. А ломом не получается, да? А ломом там даже нет, да, там надо бить. А бить ломом еще громче. Видишь, она не сходишь. Четвертое января. Взяли. Леша, ну ты мог прям по этому дать. Леша, осторожно, у тебя, смотри, розетка. Я вижу. Она сейчас упадет прям на этот. Продолжаем снимать лепнину. Вау, вот такая у нас. Красоту не назовешь? Пыль. А, пыль. Купили техноплекс специально. Да, техноплекс. Чтобы удар подавлять, ну, там провода, конечно, что прям по проводам получается. Так, из чего стоят? Вот они. Лепнина из чего состоит? Ну, это гипс, наверное, да? Лишь. Забралась наверх посмотреть. Здесь, кстати, уже видишь бетон. Плита, да. Она заходит, особенно вот здесь, по-моему, очень хорошо видно, а вот тут что это штукатурка, да. А вот дальше чистая бетонная перекрытие. Угу. Так и есть. Видно. Паутинки. Живность всякая. Ну, пока этого только. Так, наше 4 января. Ну да. Нужна тишина, это усложняет работу. Не самое комфортное занятие. А без него никак. Вот без него совершенно никак. Ни молотком, ни кувалдой. Ты, кстати, пакет от техноплекса для мусора. Да вон, да там кусочки еще. А, там кусочки, но вы решили как бы не снимать их, чтобы в щель не забивалась эта вся мусор. Вот этот мусор, чтобы весь не забивался. Так, я понимаю, это последнее. Идёшь в завтра с ними? Да. Искусственно, в общем, сделали вот этот шкаф внутренний. Сейчас покажу, где за шкаф же у нас. Вот. И, видимо, в 56-м году вот таких блоков не было. И, скорее всего, это уже, возможно, в 90-х. Муж решил делать козла с нами. Взял, что это такое? Лазер пришел. Здорово. Стопочка растет. Там еще? Все. Интересно, что будет у нас.
такие доски. Сколько тут сантиметров? 2? 25 миллиметров. Так, сейчас будет тестироваться лазер. Батарейки какие-то. Какие-то. Постисовка. Мер, инструкция. Так, где он? А, вот он. Так, какие показатели? 3883. Так, я кащу. Ну, у меня показывает 3990. Так. 5 января я нашла. Этот свет в светильник был на кухне здесь. Сегодня у нас работы особых нет. Я сняла плафоны. Плафоны оказались битыми. Надо сюда лампочку ставить. YouTube выручает, да? Я изучаю материал. Мне нужно сконцентрироваться. Смонтировал площадку, а теперь нас что-нибудь поделать. Будем вам мешать. Так, где козёл? Вот, по линии, видишь? Mm-hmm. Вот тебя. Mm-hmm. Вот так. Да что вы делаете? Массажные услуги. Готов? И смотри сюда, как пилает. Видите? Готов? Поехали. Как ваши ощущения? Санечка, как ощущения? Вот так. Так, снова в нашем заведении ремонт. Сегодня у нас 6 января. Открываем наши ворота. Из злых морозов. Сейчас у нас снежная погодка. Возможно, будет теплее. Так, фронт работы сегодня у нас. Доделать козла наконец-то. И, возможно, немного подбивать штукатурку. Пытаются. Тут шатается. Твой козёл. Так, у нас сегодня... Восьмое января. Сегодня какой фронт работы? Чего? Фронт какой работы сегодня? Возле ГАИ. Почему стерничать? Отбивать. Ваня. У меня самый главный пост. Забить все. Ну давай. Я хочу стену попробовать. Поколупать? Поколупать, да. Ну, на оригинале будем... Так, у нас тема розеток же, да? Да, розеток. Пока тема розеток. Ну, давай начнем. Так, ты у себя выделил, да?
Ну, начнем тогда с папы. Договорились? Да, начнем с папы, да. Мастер Пепка сделал перерыв. Да. Мастер будет первым пробовать. Я тут самую посмотрю. Оседлаешь папиного козла? Да? Договорились. Сам, что ли, будешь? Я думала, кап тебе поможет, потому что он занос не наберет так руками-то. Ты страхуй его, страхуй. Поближе подойди. Ну что, как? Низковато. Трошки только. Так. Ну, если ты смел, не рухнет. Ну, все отлично. Папа, лови. Только в люстру осторожно. Ага. В другой стороны встаньте, Дурс. Дай! Ну, прыгай уже. Ну, ничего страшного нет. Все, давайте. Теперь папа. Отойди, отойди, Саш. Все удобно. Ну, вот для него-то да, доставка. Я, пожалуй, не в этот раз. Ну, это уже вызов. Вызов мне. Почему ты не спрыгнул? Куда? К вам? На руки, что ли, Саня? Да. Лови.